Друзья приехали сегодня на рыбалку. Рыбалка с лодки будет. Вот только сейчас на стоянку заехали. Здесь как раз вот хранятся катера. Катеров очень много, разных. Здесь дорогущие вон там стоят. Ну и погода сегодня достаточно такая сложная. Ветер 4 метра в секунду. Порывы до 8 метров будут. И на воде ряб волн, видите, да? Ну, сейчас выйдем, посмотрим. Приехали мы сегодня втроем. Я, Юра, Артем. Катер его. Вот он как раз раскрывает его. Сейчас на воду пойдем. Вот такой вот. Ну, дальше покажу. Рыбачить будем сегодня на судака, на перша. Так, все, доправляемся. Сейчас вот подцепляем катер. Катер у Артема новый. Оборудованный. И холодным. Сейчас холод покажу. И холодный панок большой. Ну и, конечно, вот этот специальный электрический якорь. Отлично, Катя. Такой вот. Видите, да? Металл огромный. Ну, движок. Движок мощный. Такой. Так что все отлично. Надеюсь, сегодня у нас сегодня получится с рыбалкой. Главное, погода, чтобы не подвела. Все, на причал. Все, катер довели, сейчас прогреется. В управлении катера видели, да? Удобные, прямо панорки прямо перед лицом все видно, то есть можно видеть, посматривать дно, видеть рыбу. Все, пошли. Все, реки на лапы. Ключи забыл. Часов заехали. Так, встали на первую точку. Глубина 8 метров. Тяга есть. Заголовка 30 грамм. Первый заброс. Посмотрим.
Да, качает сегодня. И волна есть. Есть? Эх, сошел. Блин, хороший удар был. Сошел. Долбанул, но не попал. Так, первая поклевка была, но не взял. Так, меняем локацию. Здесь поклевка вот у меня была одна. Хороший удар, но не взял. И больше не было. Покидали. Пойдем уже на другое место. Волны большие стали. Смотрите, какие. Ну, порыв до 8 метров. Не очень хорошо. Так. Поэтому сейчас поплывем туда, где потише. Так, встали на другую точку. Первый заброс. Но могу что сказать, что народ есть, хоть и волна на самой каме. Но здесь, в заводе, поменьше волн. Ряд только. Рыба не клюет пока.
В общем, друзья, выплыли на берег. Волна поднялась, пока поклевок нету. Пару поклевок было, но ничего не поймал. А здесь такой бережочек. Сейчас покушаем немножко, время обед как раз. Тушеночку, помидорчики. А что туда нельзя? Ребята, вот поклевку Артема. У меня здесь обрыв был сейчас. Кто-то хорошо, хороший кинул, судачок взял ушел. Вот первый такой судачок. Взял на джиголовку, да? Рыба есть. А я сейчас перевязывать, потому что у меня обрыв яйцеголова произошел. Где-то 1-2 метра. Поклевочки были. А чтобы для Артема, оказывается, этот судак не рыба. Для нас, для браконьеров, такой судак — это рыба. Что-то не со дна у меня клюнул. Наверное, жаренькую. Жари. Да. С берега я их ловил. Вот такого поймал, отлично. Артем взял судочка. Не заснял я, как ты доставал его. Не включено было.
Юра вот такого окуня взял на отводной. Ну-ка покажи. Куда там руку прячете? Так, ладно, еще раз кинем на нее, попробуем, не получится. Будем канат в одной ловить. Неплохой окунь-то, хороший. Сразу взял, да? Когда... Так, друзья, время 4 часа. Вру, 3 часа, пока вечерних поклевок нету, вышли на берег, на такой вот, снова немножко отдохнуть. Смотрите, какая высота, оттуда люди на рыбалку спускаются, на машинах подъезжают сюда, здесь вот полянка, отдыхают. Но тоже красивое место, камыши, не знаю, словят, ловят, там в камышах может карась на удочку. Его снимай, эй! Юра вот поймал снова окунька такого нормального. Отводной. Нормально. О. На отводной поймали. Да? Голавлика такого. У меня поклёва пока нету. Не знаю. В общем, сейчас пока пошли на другую точку. Половим там. Покушаем, когда обед времени. Потом уже к вечеру можно встанет на берег, ловить берша. Чисто на берша, пока не сидим, только вот сейчас судака. Но... Две поклевки у Артема было, один такой грамм 800 судак, он его отпустил, и второй где-то, наверное, полторашку взял судак. Но вот у меня, говорю, отличная поклевка, и я не смогу. Бывает? Время уже вечер, передвигаемся, все время ищем локации. Назад кидаем, назад кидаем, ладно? Туда? Ясно. За корму тебе сказали? Назад за корму я кинул. За корму тебе сказали? Попробую там сперва. Так, рыбачим на джиг, опять глубина. До этого рыбачили на мели, там вот, на отводной поводок, на 3-4 метрах. Но кроме двух поклевок у Юры, которого окунька поймала, головлять, все, больше ничего не было. Thank you.
Ты думаешь, жерик был? Где-то еще булькнуло. Булькает жерех. Поменял приманку на жереха. Два раза, здесь недалеко. Вон. Рыбалка, друзья, у нас закончилась. Мы уже на берегу. Сейчас лодку будем на прицеп ставить. В общем, ничего хорошего не поймали. Поклевки были, но очень такие вялые. Пару судочков. Пару окуньков за целый день. Ну, все, до 5 вот мы порыбачили, сейчас время 26-го, решили домой ехать. Но сегодня такой день. На рыбалке бывает такое. Люди приезжают, вот, начинают только-только рыбачить. А мы заканчиваем рыбалку. Ладно. Все равно удовольствие получили. Провели день на природе. Хорошая компания. Катались на катере, по местам, по точкам проехались, проверили свои точки. Рыба есть, но не хочет клевать. Ладно, до скорых встреч.